Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Джо Даффи и Про Юстас. Всем привет. Сыграем мы в игру Race America. Прототип игры, элиминатор будет дуэл на лодках. Так, прописываем имя. Я, короче, на красной машине. Я на синей. Ты не забывай потом имя прописать. Если что, вот это отступ. Ну, ты, кстати, можешь даже написать, по-моему, насчет Юстас Прохоров, не знаю, сможешь написать? Да я просто напишу. Устас. Да. Блин, я У потерял. Мы с Русиком ее записывали, кстати. Да. Через игры пиши. Где там игры? Предпоследний, что я слеп. Потом У уже, потом С. Энд. Хорош. Пока меня пошел. Хе. Прям вылет и ты. А, верха даже. И постоянно верха надо жать, короче. Ну не так сразу. Я даже точно скажу, на А, на Б. Если на что газ? Да, на А. Вот, и он вверх-вверх А прям нажимает. Еще-еще, пока до конца. Видишь, скорость до шестой должно. Во-во, молодец. Курил, понял, да? Понятно. Ну ты совсем рано сделал. Видишь, или едешь пока. Потому что ты надо сначала первое, потом доехал, на вторую переключиться, на третью, на четвертую, на пятую, на шестую. А когда, кстати, мы с тобой рядом, потом там, сверху пока. А ты что, как меня обошел? А так. А почему я скорость не убавилась? Ладно. Сейчас будем смотреть. Я не знаю, я же на шестой был скорости, как у меня на четвертую упал. Ладно. Ну чисто дело. Ну тебе нельзя врезаться, кстати. А я не врезаюсь. А тут врезаться, поверь, легко. Да-да. Тут дозаправка нужна, кстати. Ну это следующий трассы. Видишь, где фуил. А так как нет, пинстопов не будет. Где, вот тут где 50 цифр, это сколько осталось ехать миль. Йоу, ну ты выиграл. Первый раз играю опять же. Вау. Мне еще 29 миль даже ехать. Ну, это... ну вот это пока. Играем до 5 побед, ну или до 7, посмотрим. Ну пока мы так едем теперь с Нью-Йорка, Вашингтон, 240 миль. Ты имею в виду, по-моему, столько же там у нас. Ну если ты врезаешься, то бензобаки хреновые. Когда кончается, то в газете напишут, типа, что он умер, блядь. А чё стоим? Ты на второй скорости, во. А, во, потому что я... А почему опять-то? Не, серьезно, я был на четвертом, у меня херак на третью. А, так есть. Ай? Ай? Ну, да ты сам на пятой скорости. А сам не переключаешься. Я говорю, ты на пятой скорости, а он на шестую даже не переключает. Переключил. Врезал. Тебя тоже. Надо было помаленьку, потихоньку, на вторую, через несколько секунд на третью и так далее. Видишь, ты... Ну, блин. Я тебя догоню, обгоню и опять делаю. Мы с тобой рядом. Да ёп! Тупая машина, причем на моей стороне. Ну это уже лотерея, Юстас. Отлично. Я догоню, обгоню и еще раз догоню.
Мне 5 миль осталось. Я первый. Я врезался 3 раза, ты 2. Я ехал, может, как лучше. Мне 5 миль оставалось. Да. О, здесь вообще попали. Ехали, едем от Вашингтона до Цинциннати. 510 миль. Ага. Счет 2-0. Что-то с серваком. Да? Но дорога, наверное. Да, я бы не сказал. Ну там такие баллончики будут стоять, когда бензин будет кончаться. Да что такое? Ну я прям рядом. На большом экранчике то удобно, да? Ну да. Но у меня небольшой экран. А я мимо вас проехал, хорошо. Ехать много. Короче, там будет на экране, когда будет у тебя кончаться бензин, там такие баллончики, ты должен их собирать. Понятно. Я помню, Русик выиграл за счет того, то, что у меня бензин раньше кончился. Чего? А чего на меня? Да ты отстань от меня. А! Не один ты попался. Но я все равно намного дальше тебя. На 20 миль. На 22 мили выиграю. Это не отставание. Там врежусь, уже догнал. Покаркал! Покаркал! Ну вот, поравнялся, считает там. Да что такое? Ты можешь свой череп не подставлять? Я не могу, я еду. А давай, как экран. Плохо ехать, да? Да я ж баллоны беру. Они такие черненькие? Да, ты мимо них проехал. Ага. А ты взял. А я нет. Я забыл переключаться, забывали. Я всегда на авто катаюсь. Да я уже начинаю проигрывать. Ля-ля-ля, я не отстал. Потому что у меня бензин кончился. Ага. Ну у тебя тоже, но у меня он кончился быстрее. Хотя я баллон тоже взял. Я тоже прав. Ну вот и у тебя кончается, но у меня кончился раньше. Поэтому я проиграл. В чем прикол? Я первый. И ты тупо проехал, хотя у тебя тоже кончился. Так, переедем от Чинчинати до Детройта. 270 миль, еще 3-0. Вот ты говорил, тут... Ну я врезался-то, по-моему, поболее. Я в первую очередь скоростя не люблю. Вот что я не получится.
Да. Фу. Увернулся. Только вкурил, да? Я специально молчал. Ага, блин. Что ты там в концов слышишь? Ну, ёб твой... Твою дивизию, блин. Машины поворачивают, бывают эти вражеские, предательские. Да-да-да, я же говорю, твою дивизию. Ещенко! Неужели я хоть одну гонку выиграю? Есть! Причем намного! Ну по очкам ты все равно надо хрена меня обыгрываешь. Ну, потому что я там два раза или сколько? 3-1 счет, Юстас. Ну так. Теперь мы едем с Детройта в Чикаго 290 миль. Давай. Будем до конца доигрывать. Там, по-моему, что ли 12 гонок, я не помню. Все раздражает. Да-да. Ты когда поворот проходишь, ты обращай внимание, на какой-то скорости едешь. Ага. Но все равно выигрываю. Да ёб! Я специально сделал в ту сторону поворот. Извини, это я паузу нажал. Борду почесать. Ага. Я сейчас в гору еду. Ага. Я храню тебя. Вау. Вот это монстр все было. Вау. Да. Я тебя вижу. Ничего, сейчас тебе я прогоню, я обгоню. Ребенок, догон! 5 миль выигрываю всего. Как это? А чё у меня? А чё он у меня? Я ехал на 6-й. О, хорошо. Да я бензин не мог взять и вставок взял. Трудом. А так бы я не доехал. Я тоже не доехал, но взял. 4-1. О, Чикаго, Канзас-Сити. Вот это 530 миль. Аж больше, чем другая. 4-1, Юстас. Твою. Мою пользу, наконец-то. Вот, да я сам в нее не особо. Я вообще первый раз играл. У кого лучше старт? У меня. Пошутил так? Нет, на запись посмотришь. Я загоню тебя, а я обгоню. Я иду на обгон. Иду на обгон. Но. А так где? О! На запись посмотришь. Сейчас догоню, я обгоню. Пожалуйста. Вау!
Мы что, будем так по очереди друг друга обгонять? Так, я буду сейчас, я нос почешу. Оп, поехали. У меня пока скорость набирается. Может, это чисто. Да заправляться в любом случае надо, потому что ехать очень до хрена. Ага. Ну, у тебя почему-то лучше, хотя ты врезался намного больше. Я раз, а ты три, по-моему, блин. Ну у тебя фуел был на одну долю, на две больше, чем у меня. Ты врезался 4 раза, я 2. Ну 3. Как говорится, на записи посмотришь. Я вот встал, в эту гонку на этот раз ты выигрываешь. Ну это пока, ты понимаешь, у меня бензин кончается, то перевечим тебя. Я столько бензина возьму. Вау! Да. Лаги. Вау! Блин. А где бензин-то? О, взял. Не допёр. Я всё. Вон сбоку. А я уже не доехал. У тебя вон с другого боку сейчас будет. Еду. Есть. Ты что, ехать до хрена? О, почему тебе полный бак, а мне половину дали? Не знаю. Как видишь, помогает. Причем я в той трассе тоже тебя выигрывал. Мне помогают. Компьютер за меня, как видишь. Я выиграю тебя на 30, на 25 миль. Ты выиграл. Где? Если у меня бензин кончился. Ага, я выиграл. Я ж тебе сказал. 5-1 счет, из них 2 раза у меня бензин кончился на трассе. Так, опять, Канзас Сити в Даллас, 5-1. Пять один. Сейчас пойду на обгон. Уже иду на обгон. Пока. Я первый. Я люблю переключать скоростя. Думаешь, я люблю... Оп, черепашку буду выгонять. Посмотрись, я иду на бок. Так. Сволочуга. Пошел нахер. Твою мать! Вот чёрт! Давай, полни, кеды, пока, полни! 60, 70, 80, 100, 300. Блин! Ха-ха, гоняй!
Вот сейчас мне бензин срочно брать надо. Я опять тебя проигрываю, хотя врезался я на одну меньше. У тебя 5 палок, у меня 3. У меня машина тормозни. Чего где? Давай, давай, черепашка, давай. Разгоняйся. О, отлично, разогнал. А я бензин взял. Ха-ха-ха, ты лежи пипиську. Я даже скорость сбрасывал, чтобы взять, не лохануться. Я взял. Молодец, но я-то все равно у меня больше. Будет прикольно, если я 530 километров мили все эти проеду еще и выиграю. Не надейся. А я у тебя выиграю аж 40 миль. А я сейчас тебе догоню. Сначала догони. Это я паузу нажал. У меня почему-то бензин кончается быстрее, чем у тебя, блин. И в чем прикол, у меня 4 палки, у тебя 3, у тебя уже 2. Хотя у меня был тогда полная, у тебя половина. Меньше врезался. Вот именно, что врезался я меньше. Да. Все, скорость падает. Да, бензин крутился. Блин, хотел полностью проехать. Кстати, у меня тоже. У меня одна палка. Че тебе, а не бензин? В чем прикол, почему-то у меня все равно, у меня вот было 5 палок, у тебя 3. У меня бензина нет. Е-е-е-е, 5-2. Джотафи проигрывает аж 100. Ни хрена за эту карту дали. Только 100 тысяч проигрываю. 5-2 счет. Ух ты, ни хрена карта! Ты вообще цифру видишь? Ага. Далласа в Денвер. Да вы че? Да самолеты. Это не километров, Юстас, это миль. Это что отсюда до Сочи? От Новосибирска. От Новосибирска имею в виду. Вот эта карта. Кто быстрее сдохнет, называется? И того. Ну тут скорее, это мне повезло, я 2 раза бензин взял, а ты один. Ага. Пока. Догоню, охуню и еще раз достану. Как ты умудряешься мне 4-й скорости догонять? А я на 5-й еду. Пока. Ух, ни хрена себе карта, я впервые на ней еду. Ну я никогда по многу не играл, мы даже, по-моему, с Русиком, по-моему, на 3 картах, то на 4 сыграли, я не помню. Как говорится, на записи пошло. В натуре. Я даже буду скидывать, блин, это, скорость, чтобы взять бензинчик. Тут ехать не 5 километров, а даже не 500. Ха-ха-ха, блин. Ня-ня-ня, еду 2 Жигуленка. Ага. Врезались ли одинаковые, посмотри, у тебя бензина больше. Где справедливость? Ее попросту нет. Что? Что ты меня подставляешь? Будешь знать своей вонючей пиписькой. Давай, давай, подгоняйся. 60, 70, 80, 100. Так, на 30 миль я уже тебя... Да что ты повернул? Вот этот козлина. Давай, давай, компьютер, за меня. Конфета куплен. Это я заметил, по бензину видно. У меня 5, у тебя 6 палок. Я же говорю, я компьютер купил. Пока. Ага. Да, бензин. Ага. Ага. Я поехал. У меня полбак. У меня тоже полный. И я поехал. Ну ты на 20 миль меня выигрываешь. Ага. Чисто так ехать нам еще, мы даже 2 сотки только проехали.
Нам как минимум еще раза два вставай. Я у тебя все равно 30 миль проигрываю. Даже этого тебе хватило удариться. 70, 80, 100. О, я у тебя половину отыграл, то что проигрывал. Я тебе проиграл 30-ку, теперь проигрываю 15. Реально. Уже меньше, уже 13. Разгоняйся! Эй, куда? Люблю это, вот именно когда борьба такая. Ага. Но она бывает, она у нас тупо недолгая. Все равно интересно. Фух ты. Матрица. Провалившись. Я не успел вернуться. Бери. Давай. Полубак. Теперь поехали джедашки догонять. Я тебя выигрывал почти 30 миль. Догонять он собрался. Гоню, я обгоню и там еще. Я говорил, догоню. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Пока. Я говорил, догоню, а ты говоришь, не-не. Я догоню, не переживай. Не, вообще всякое бывает, с бензином особенно. Это точно. Если б не бензин и не бензин... Вот если бы я сразу бы вкуривал, вот эти мог два раза ты меня и не выиграть. Едем в Сочи купаться. Если не буду не врезаться, то мне может этого хватит. Я могу себе позволить даже скидывать скорость на повороте. Ладно, не поддавайся. Я не поддаюсь, я наоборот, оп, оп, бензин. Первый раз мы карту доехали, причем не маленькую, заметь. Не хватило, блин. Я Юстасу проигрываю, в чем прикол, счет 5-3, а проигрываю всего 40 тысяч. О-о-о-о-о-о. Косарь миль почти, с Денвера в Лос-Анджелес, 990 миль. Охренеть. Это, по-моему... Пока! А, всё. Пока! Привет! Эй! Ты куда? Как ты тогда со мной? Ни хрена себе ехать. Юстас, ни хрена себе ехать, почти косарь. Да. Мне интересно, следующая карта будет 1200 миль, блин. Верно. Потом 2000. Да я уже на это, я в шоке, что вот эту мы карту проехали. 700 с лишним. Причем мне хватило. Да. Оп, Юстас. Ла-ла-ла. Мне надо вообще, знаешь, почему плюс синей машины? Что у нее бензин медленно кончается. Ну, может быть, и в этом, и плюс.
я в тебя врезал. Ну я видел, а в кого еще? Я только скорость набрал, и... Что такое? Да, блин, вот я не от тебя. Да что такое? Карма. А? Карма. Ага. Вот скорость набираю, сейчас догоню. Сейчас догоню и сразу в машину врезался. В мотоцикл, точнее. Давай, давай, давай. Вот тебе. Шоколадка. Но. Мне все равно сейчас бензин брать. Она больше есть. Все, поехали. Ставим, а, на сгрузочек. Твоя туша меня достала. О, монетка! А чё надала бы? Не знаю. Турбоускорение, что ли? Может быть. Блин, у меня была возможность от тебя убежать. Да. Ну я на 10... Я и так разгоняюсь быстрее тебя, потому что умею это делать. Ну да. Видишь, я уже... Я все уже на что скорость. Ты еще сотку не разогнался. Я уже все на максималке. Я уже на максималке. Офигеть, мы проехали только 300 миль. Еще ехать, еще, блин, до хрена. Матрас была. Еще раз. Ну, смотрался на матрас. Да что такое? Я погоню. Я погоню. Блин, я свою машину врезал. Вот любит подставляться, а? Тебе бензина нет. Ха-ха-ха. Сейчас я выберу в этот раз. Ехал! Надо собраться. Все. Да, все, а у меня машина вздыхает быстрее, чем твоя, сама по себе. Я сняла. Ни хера себе. Но сейчас еще длиннее. А вот, все, ты выиграл. Я лучше по драгам. Ну, то есть на прямых. You just win the Rich American Rally. Ну вон даже посмотри. Uh-huh. Ты выиграл 3 раза подряд, я выиграл в 4, в 7 и 8 гонки. Uh-huh. Все, спасибо за внимание, с вами был Джо Дафи и про Юстас. Любите Дэнди. Всем пока.